Вибори президента України можуть бути перенесені з 31 березня на 9 червня 2019 року. Про це на своїй сторінці Facebook заявив відомий український політичний аналітик Павло Нус. Головний аргумент – початок повноважень президента є дата складення присяги у парламенті. А це, як ви пам'ятаєте, 7 червня 2014 року. Чи дійсно вибори президента України можуть перенести? І якщо це станеться, чи не порушить це Конституцію України, згідно якої вибори президента мають відбуватися в останню неділю березня? Будемо розбиратися цієї години разом з нашими гостями. На даний момент у нас поки що Ярослав Католик. Да, так. З нами за одним столом знаходиться політолог Ярослав Католик. Здравствуйте. Также к нашему разговору присоединится Михаил Кацан, политолог-международник. Будем обсуждать, действительно ли могут быть перенесены президентские выборы в Украине. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Или же все-таки это слухи, которые не подтвердятся в дальнейшем. Об этом будем говорить. И вас, уважаемые зрители, в этом часе спрашиваем, когда должны состояться выборы президента Украины. Весной или все-таки летом 2019 года? Итак, как мы отметили вначале, такое заявление на своей странице Facebook сделал известный украинский политический аналитик. Давайте, собственно говоря, и посмотрим и послушаем, что же Павел написал у себя на странице Facebook. Нет у нас цитаты. Давайте посмотрим немного позже. Итак, есть у нас информационный повод, который уже обсуждают. По вашему мнению, действительно ли, если выборы состоятся 31 марта, это, по сути, нарушает Конституцию Украины, потому что Петр Порошенко еще не пробыл 5 лет? На самом деле это никоим образом не нарушает Конституцию, потому что в Конституции четко написано, что да, срок полномочий 5 лет, но выборы проводятся в последнее воскресенье марта. Поэтому я не знаю, откуда у коллеги такая информация, на чем основывается его позиция, что именно летом должны проходить выборы. Если в Конституции написано, что четко в марте, ну, как бы тут большой вопрос, интересно было бы услышать цитату. Но я могу с своей стороны как бы сказать, что я абсолютно убежден в том, что в последнее воскресенье марта, строго как написано в Конституции, должны пройти очередные выборы президента Украины. И кто когда вступил в полномочия, тут не имеет никакого значения. Михаил. Да. Ну, безусловно, здесь есть четкий политический расчет, четкая политическая калькуляция. И, конечно же, в штабе действующего президента рассматривают разные варианты. И при выдвижении Петра Алексеевича, скорее всего, Петр Алексеевич будет выдвигаться на второй срок, нужно обеспечить ему победу. Конечно же, если выборы пройдут в июне, шансов победить больше. Почему? Во-первых, летний сезон, он традиционно мертвый сезон, то есть избиратели, как правило, инертны, они сосредоточены больше на выпускных своих детей, на огородах и прочие, то есть делах, которые фактически оставляют выборы на потом, так? Если же выборы состоятся в марте, это означает, что как раз пройдет зима, неудовлетворенность людей она будет достаточно серьезная. Это и, как правило, это повышение цен. Традиционно это повышение, точнее, понижение девальвации национальной валюты. Это и проблемы с отопительным сезоном. То есть фактически вот это вот недовольство, оно катализируется и канализируется на президентских выборах. И уровень абсентеизма, то есть уровень нежелания принимать участие в выборах в марте, он традиционно ниже, чем в летний сезон. Поэтому да, это вот так называемый мертвый сезон, время отпусков, по сути, мы понимаем, да, что будет низкий уровень явки на выборы. Ярослав, а как вы считаете, если действительно, вот как по вашим словам, в Конституции четко прописано, что выборы должны происходить в марте, почему политический обозреватель, который наверняка хорошо ознакомлен с Конституцией, вдруг говорит о том, что на самом деле все это не так? То есть это политический вброс? Ну, безусловно, я не думаю, что, хотя исключать нельзя, что коллега все-таки читал Конституцию, но все же я думаю, что это обыкновенный вброс и попытка прощупать, прозондировать почву, как
общество отнесется к этой идее и будет ли поддержка этой инициативы. Потому что, как мы знаем, наша страна, она, к сожалению, страна больших возможностей не только в плане действовать согласно закону, но и перекручивания всего, чего только можно перекрутить. Поэтому я думаю, что первая эта задача — это прозондировать почву, а второе, если не будет негативной, серьезно негативной оценки, попытаться как-то внести эту инициативу или подать в Конституционный суд, или через Верховную Раду как-то протащить. То есть это прозондирование почвы, не более. Но как вы считаете, вот на данный момент, что отвечает украинское общество? Оно готово переносить выборы? Оно хочет? Ну, или всем... к сожалению, как бы украинскому обществу вообще выборы не нужны, никто ничего не хочет, и разочарование очень большое в демократических процедурах, которые есть в нашей стране. Но вопрос в том, что это серьезный вопрос легитимности власти, и это очень принципиально для наших там западных американских партнеров. Поэтому я не думаю, что они на это закроют глаза, и как бы и нам, украинцам, не стоит на это закрывать глаза. Мы должны требовать соблюдения Конституции, потому что, если мы хотим, чтобы у нас было правовое государство, у нас должен действовать закон, должна действовать Конституция. Поэтому это задача каждого из нас — обеспечить выполнение нормы Конституции. Это основной закон Украины. Михаил, а как вы считаете? Ну, давайте посмотрим на политический пасьянс, который мы сейчас имеем на столе. Есть очень много таких кандидатов в президенты, и карманных, и не карманных, не будем называть, чтобы кого-то не обижать, и наоборот, кого-то не, так сказать, Я, кстати, еще ни одного не знаю реального кандидата. Нет, есть достаточно много кандидатов, которые уже задекларировали желание принимать участие в этой президентской гонке. Нужно четко понимать, что часть из них — это так называемые спойлеры, а волей, неволей, по каким-то договоренностям. То есть что это означает? Понятно, что при нынешней ситуации, объективной усталости украинцев и недовольстве украинцев по отношению к действующей власти, это абсолютно нормально в любой стране, народ недоволен действующим правительством. Это аксиома. При нынешней ситуации, конечно же, если будет очень много кандидатов, скажем так, технически, которые будут принимать участие в забеге, это, по сути, будет играть на руку президента Порошенко. Почему? Потому что они будут бодаться между собой на одном электоральном поле, которое мы условно называем такое проевропейское, оранжевое, как хотите. И, конечно же, в этой ситуации вот эти позиции Порошенко, они, наоборот, укрепляются, усиливаются, потому что мало того, что игра на взаимное уничтожение, она объективно будет приводить людей к мысли, ну уж лучше нынешний президент, чем кто-либо еще. Ну и с другой стороны, конечно же, разброс в голосах даст возможность нынешнему президенту выйти во второй тур выбора. То есть фактически вот те информационные вбросы, которые мы сейчас имеем со стороны политологов, команды президентского пула и так далее, они направлены, с одной стороны, на зондирование почвы, с другой стороны, на подготовку. На подготовку украинцев к такой возможности. Так? То есть замер идет реакции, действительно, вызовет ли это резкое недовольство или не вызовет недовольство и так далее, и так далее. Но в итоге, какой сценарий будет применен, это будет все зависеть от конца нынешнего года. Если по плану президентской команды те кандидаты, которые реально могут ударить по позициям Тимошенко и Гриценко, они будут набирать серьезное количество голосов, что действительно им не будет хватать нескольких месяцев, значит, выборы протянут, в том числе по этой причине, не состоятся в июне, с тем, чтобы объективно и Тимошенко, и Гриценко, они были в более невыгодных позициях. Кроме того, повторюсь, что вот, знаете, это такая политическая флуктуация, которая традиционно, знаете, на гребень волны выносит вольного кандидата, поэтому вполне возможно, что тот рейтинг Тимошенко и Гриценко, который сейчас, он спадет уже к, скажем, летнему сезону следующего года. Итак, у нас есть, подсказывают режиссеры, цитата Павла Нуса. Именно этот политолог сделал такое вот громкое или негромкое заявление. Тем не менее, мы его обсуждаем у себя на странице Facebook. Давайте послушаем. Выборы президента Украины будут перенесены. Украинские политики, да и все остальные, ориентируются на дату проведения выборов главы государства на 31 марта 2019 года. А результаты математического подсчета даты завершения конституционных полномочий действующего президента говорят о другом. Полномочия Петра Порошенко 31 марта не заканчиваются. Он был избран президентом на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. И согласно 104 статье Конституции, началом конституционных полномочий президента является дата сложения присяги в парламенте. А это, как известно, 7 июня 2014 года.
2014 года. То есть конституционные полномочия президента Порошенко завершатся 7 июня 2019. Соответственно, очередные выборы президента и главным образом верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины должны состояться не 31 марта, а 9 июня 2019 года. Ярослав, вы не согласны с тем, что конечно, написал. Конечно, не согласен. Это просто банальная примитивная манипуляция нормами Конституции. И любой человек, который взглянет в Конституцию, он поймет, что на самом деле коллега или запутался, или сознательно пытается ввести в заблуждение наших граждан. Поскольку я продолжу как бы манипулировать, если с позволения, как бы, если можно коллеге, то, наверное, можно и мне, что если мы отсчитываем полномочия от 7 июня, а у нас есть норма о том, что проводится в последнее воскресенье марта, в последний год полномочий, соответственно, как бы нужно тогда смотреть, что выборы будут проходить 31 марта 2020 года, потому что июнь, доживаем этот срок, и март, и тогда, наверное, нужно от этой даты взять, потому что по логике коллеги я все равно не понимаю, каким образом он вышел именно на июньскую дату проведения выборов. Если даже с ним согласиться там в полномочиях, хотя это тоже неправда, что он отчитывает от полномочий, все равно непонятно, почему он назначает дату выборов в июне. А на самом деле вопрос такой, что да, и у нас по всем выборам, независимо какие-то, парламент, местные выборы, есть понятие дата проведения выборов, потом идет подсчет голосов, установление результатов, и потом есть определенный такой рубеж, когда эти люди, которые избраны, получают полномочия. Это абсолютно нормально. И то, что неважно, когда Порошенко получил свои полномочия, когда наш президент вступил уже полностью в свои права и обязанности, получил статус президента, тем не менее в Конституции есть четко ограниченный срок, когда эти полномочия заканчиваются. А они заканчивается в марте. В марте 2019 года. Я бы, уважаемые коллеги, еще бы на эту ситуацию взглянул немного другой перспективы. А почему мы не слышим реакцию других потенциальных кандидатов на это заявление и почему она вполне кволая? И мне кажется, что разгадка лежит в следующем. Понятно, что после президентских выборов, чем дольше от момента проведения президентских выборов состоятся парламентские выборы, тем победивший кандидат, он рискует потерять тот потенциал, который можно вполне реализовать на парламентские выборы. Как правило, после президентских выборов в течение 2-3 месяцев еще рейтинг держится кандидата, победившего в выборах президентских, и он автоматически отражается на результатах его политической силы. Естественно, если выборы состоятся в марте, а парламентские выборы, выборы президентские в марте, а парламентские в сентябре, то победивший кандидат в марте, он рискует, по сути, подойти, растеряв 50-процентный багаж поддержки как раз на рубеж этих парламентских выборов. Поэтому, возможно, как раз и достаточно кволая, инертная реакция уважаемых кандидатов, она и продиктована как раз такой холодной политической калькуляцией. То есть, по вашему мнению, другим кандидатам тоже выгодно, чтобы выборы прошли летом? Вы знаете, тут во время выборов и такой предвыборной лихорадки все стремятся держать покер-фейс, да, то есть стремятся не показать какие-то свои эмоции. Но очевидно, если мы вот так вот взглянем с разных сторон, то мы увидим, что интересы вот игроков, они очень часто пересекаются. И вот этой точкой пересечения как раз и является желание получить не просто власть, а абсолютную власть. А абсолютная власть лежит у нас не только на Банковой, но и на Грушевского в парламенте. Возможно, выгодно тем, у кого низкий рейтинг, и если выборы будут летом, это, возможно, сезон для грязных технологий. Именно время. Да, пожалуйста. Да, я на самом деле как бы отчасти можно согласиться, потому что манипуляции тем более эффективны и фальсификации на выборах, чем меньше есть наблюдателей, чем больше, тем меньше есть избирателей на участке. Выборам, да. Тем больше чем меньше возможностей, да. Чем меньше забрали бюллетеней, тем больше их осталось у комиссии, и тем больше как бы шансов и желания, очевидно, что-то с ними сделать, чтобы они оказались все-таки в избирательных урнах и потом их считали. Поэтому да, можно согласиться с тем, что если будут проводиться выборы летом, а летом понятно, что меньше явка, потому что отпуска и так далее, то, соответственно, шансы на то, что выборы могут фальсифицироваться, они возрастают. Но на самом деле я не думаю, что у нас получится ситуация, при которой будет прямо очень жесткая борьба основных там конкурентов за пост президента Украины, и что будет необходимость именно фальсифицировать. Я все-таки думаю, что на президентских выборах, как обычно показывает практика, фальсификации нет. Если там манипуляции различные, есть там
свои как бы нюансы, но обычно президентские выборы не фальсифицируют. Вы думаете, все завершится в один тур? Нет, в один тур вряд ли завершится. В этот раз Петру Алексеевичу такой трюк не повторить, потому что, ну, как бы уже другая ситуация и другие электоральные настроения украинцев. Поэтому все-таки уверен, что все-таки выборы будут проходить в два тура. Но выборы будут относительно чистые. Президентские выборы всегда более чистые, чем все остальные. А и, с одной стороны, как бы президентские более чистые, а самые грязные местные и вот первые кампании в объединенной территориальной громаде очень убедительно показывают, до какого маразма может дойти ситуация в перекручивании законодательства и его грубом попирательстве. Давайте так, выборы это не момент голосования. Выборы, они начинаются в принципе, если не брать юридический аспект, выборы чисто с политологической точки зрения начинаются за год до, собственно, да, до факта начались, голосования. Поэтому, когда мы говорим о фальсификации или отсутствии фальсификации, то есть мы должны брать в целом выборный процесс. Мы сейчас видим, что кандидаты друг на друга вываливают самые грязные технологии, которые только возможны, и безотносительно к этим кандидатам. То есть здесь, с одной стороны, кандидаты на кандидатов, ряженые кандидаты на ряженых кандидатов, карманные кандидаты на карманы кандидатов. То есть вот создается вот такой вот хаос, который, естественно, он должен кем-то управляться. И понятно, что в этом хаосе, управляемом хаосе, самый главный стейкхолдер объективно является президент нашей страны, потому что как раз вот он представляет из себя определенную стабильность перед последним с тем, что происходит вокруг. То есть вот, вот эта вот как раз картинка с политтехнологической точки зрения, она может дать и резкий прилив, прилив рейтинга нынешнему президенту. Возможно ли выборы у нас 9 июня? Нашему телеканалу прокомментировала политический эксперт Александра Решмедилова. Давайте послушаем, что же она сказала. Я мало верю в такие сценарии. Как резервный план, это обсуждалось достаточно давно, но надо напомнить, что можно проводить выборы досрочные, скажем так, за год и за полгода. Там выставляются определенные дедлайны до как раз президентских и парламентских выборов. То есть у нас в нашем случае март, президентский и октябрь 2019 года, парламентская гонка, дедлайны уже сгорели. Вот эти полугодовалые, ну, минимум зазоры, они уже, скажем так, поезд ушел. Боязнь очередных выборов для парламента, как один из способов вести такую, знаете, нелицеприятную дискуссию с законотворцами, конечно, использовалась как болевой прием, но вы видите, что до конца, в принципе, ну, не дожали. Соответственно, я мало верю и вообще скептически отношусь к этой идее, хотя в Украине отбрасывать никакие варианты не стоит. То есть здесь черные лебеди, как факторы какие-то, ну, скажем так, сбивающие с толку всех, могут быть. Тем более мы видим, что часть политических игроков, серьезных игроков, именно начинает как раз наверстывать обороты в преддверии и парламентской, и президентской гонки. То есть заявляются новые участники забегов. Мы видим разные совершенно конфигурации разных альянсов, как провластных, так и оппозиционных. Причем ясности побольше будет все-таки с осени. Не забывайте, что вот этот промежуток даже до Дня независимости и до сентября – это еще такое затишье медийное. Соответственно, пока все в отпусках, в разъездах, и медиа, вы же понимаете, работает в полсилы. Кто-то тоже, соответственно, пытается где-то там еще отдохнуть, закрываются сезоны программ. Журналисты не так пристально следят за процессами. Поэтому здесь это период кулуарных договоренностей. А все кулуарные договоренности, они не публичны. Поэтому говорить о том, что уже что-то ходит, какой-то там слушок, движок, или, не знаю, там зашевелились кто-то, нет, шевеления начнутся с сентября, не раньше. Вот такое мнение нашему телеканалу высказала политолог Александра Решмедилова. Согласны ли вы с ним? Ну, я бы не сказал бы, что сейчас у нас такой тихий августовский летний сезон. Вы знаете, у нас традиционно вообще август по советскому пространству представляет такое сакральное значение. Мы помним августовские события
1991 года, с 19 по 21 ГКЧП. Ну, то есть сам факт, вообще август, он традиционно очень горячий месяц. И мы помним и события недавней истории независимой Украины, та, как раз, которые тоже происходили в августе. Поэтому все-таки август — это достаточно серьезный месяц, который открывает политический сезон. Мы сейчас видим, как на тех или иных центральных каналах фактически политики уже копались. Ну, понятно, что они принадлежат тем или иным политическим группировкам, и мы видим уже, что происходит буквально выстрел вот этого черного пиара, вот эти из пушек и взаимные обвинения и так далее, и так далее. Но, знаете, мы забыли об очень важной стороне всего этого процесса, именно влияние западных сил, западных лидеров на то, что происходит у нас в стране, собственно, на результаты президентских выборов. Мы же с вами понимаем, что, с одной стороны, есть прямое влияние, именно, то есть такое не кулуарное, а именно через кредиты Международного валютного фонда, через донорскую помощь Европейского союза, которые автоматически влияют на рейтинг действующей власти. Почему? Потому что укрепляется национальная валюта, стабилизируется экономика, следовательно, агрессивность людей, она тоже падает. С другой стороны, есть непрямое влияние западных лидеров, которые ставят на тех или иных кандидатов, и тоже они заинтересованы в, скажем так, в лоббировании того или иного человека на пост президента Украины. И понятно, что здесь есть неопределенность, и в этом смысле, конечно же, у президента Порошенко достаточно очень сильные позиции и в западной политической элите, кто бы что ни говорил, и все-таки он считается как человеком предсказуемым, умеющим держать слово, и человеком, который уже есть у него определенная и репутация, как принято говорить в англосаксонском мире, credentials, да. То есть Европе выгодно сотрудничать с Петром Порошенко, да? Да. И, по сути, если Петр Алексеевич будет баллотироваться на второй срок, то Европа будет поддерживать именно нынешнего президента. Вы знаете, Европа, Соединенные Штаты Америки, больше всего они ценят стабильность. И для них главное вот стабильность в плане продолжения внешнеполитического курса Украины и стабильность партнера по переговорам. Поэтому я убежден, что западные лидеры в конечном счете поставят именно на президента Порошенко, потому что все остальные политические фигуры, которые есть на нашем политическом олимпе, они во многом непредсказуемы и с определенным, скажем так, политическим шлейфом. Если мы посмотрим на всех кандидатов потенциальных, ну, не будем брать таких эпических персонажей, как Зеленский, Вакарчук и так далее, а посмотрим на кандидатов, которые именно в политику интегрированы последние десятилетия, у них уже есть определенный шлейф. И какие бы новые курсы они ни декларировали, мы все прекрасно знаем их историю, которая тянется последние 20 лет. Поэтому в западном мире это все известно. И поверьте мне, вот я общаюсь очень много с парламентариями европейскими и политиками, представителями НГО. Есть четкое понимание вот именно поддержки пропрезидентской силы президента в частности. О влиянии Запада поговорим еще чуть позже. Хочется услышать вас, Ярослав. Мы уже говорили, что то, что написал Павел на своей странице в Facebook, может быть манипуляцией. Александра сказала, что сейчас затишье, то есть сентября, мы можем ожидать еще больше вбросов. Действительно, вот согласны ли вы, что вбросов будет больше? И чего, собственно, нам ожидать? Какие еще новые новости о выборах мы можем услышать? Смотрите, ожидать можно чего угодно, и действительно, чем ближе дата проведения дня голосования, тем больше будет вбросов всяких информации, проверенной, непроверенной, манипуляций, игр, перекручивания информации, поэтому может быть все что угодно. Кроме того, могут использоваться и международные определенные процессы, в том числе судебные, там есть вопросы по Юлии Тимошенко, и, скорее всего, ее оппоненты будут пытаться тоже раскручивать и пытаться как-то понизить ее рейтинг. То есть это такая перманентная, знаете, такая велотекущая борьба в нашем парламенте, ну не только в парламенте, вообще в политикуме всего, когда пытаются всячески, на всякий случай кого-то потопить, кто-то пытается с кем-то договориться. То есть это, ну, как бы такое. Единственное, что да, вот в публичной плоскости, именно с экранов телевизоров, мы будем видеть все более горячие выступления, все более яркие споры. Это то, что, скажем так, выносится на публику. А кулуарно там все вопросы достаточно спокойно решаются, поэтому я не думаю, что
мы увидим прям какой-то взрыв, что-то прям такое неимоверное в нашей политике. Новые компроматы, новые какие-то данные, перекручивания. Поэтому все это мы еще с вами увидим. Буквально на следующей неделе уже видели горячие споры в эфире одного из национальных телеканалов. Вот пошло все, даже кулаки. Давайте сейчас услышим еще одно мнение. С нами на телефонной связи Николай Спиридонов, политический консультант. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, есть ли законные основания на то, чтобы перенести выборы с марта на июнь? Я думаю, что сейчас это технически уже очень трудно сделать, потому что по Конституции выборы должны быть в последнее воскресенье марта, а для того, чтобы их перенести, нужно решение Конституционного суда, очевидно. И уже довольно мало времени для этого, и, собственно, это ничего не даст Петру Порошенко, скорее всего, потому что вот такая попытка переноса выборов, собственно, продемонстрирует его слабость. И если в марте у него будут хоть какие-то шансы, то в июне, вот продемонстрировав сейчас свою слабость, желание досидеть в кресле там лишних 3 месяца, то он последние свои шансы, по идее, сожжет на этом. И еще вопрос, если в Конституции действительно прописано, что выборы должны проходить в последнее воскресенье марта, почему Павел Нус, политический обозреватель, на своей странице Facebook вдруг заявляет о том, что как раз-таки по Конституции выборы должны проходить в июне? А мы вот в студии пришли к выводу, что, возможно, это такая информационная манипуляция. Как вы считаете? Ну, во-первых, я не уверен, что Нус в принципе читал Конституцию. Но и в данном случае тут та ситуация, когда место сидения определяет точку зрения. Достаточно очевидно, на кого работает господин Нус. Соответственно, вот для него выгоднее, чтобы действующий президент продержался в своем кресле еще несколько месяцев. Соответственно, вот указанный эксперт еще несколько месяцев будет получать зарплату. В случае смены власти, ну, его перспективы будут уже не очевидны. Поэтому он борется за свой личный интерес. А по вашему мнению, кому выгодно, чтобы выборы состоялись действительно летом, а не весной? Ну, это может быть выгодно представителям действующей власти, которые, опять-таки, лишних 3 месяца просидят в своих креслах. Но технически это достаточно трудно уже осуществить, поэтому, скорее всего, это так и останется на уровне вброса. Ну вот наши гости в студии пришли к мнению, что выборы летом выгоднее более оппозиции, нежели Петру Алексеевичу. Ну тут сложно сказать. С одной стороны, Петр Порошенко таким образом и власть в целом продемонстрирует свою слабость, что они перенесли выборы. С другой стороны, если говорить о лете, допустим, не об июне, а уже, скажем, об июле, то тогда может быть более низкая явка, и более низкая явка может быть выгодна действующей власти. Соответственно, это дает определенные шансы, но все равно, если рейтинг очень низкий, то, как правило, уже даже низкая явка может действующей власти не спасти, поэтому как в марте, так и в июне шансы на переизбрание у действующего президента остаются минимальными. Николай, как вы считаете, с сентября месяца можем ли мы стать свидетелями еще большего количества вбросов информационных? То есть чем ближе к выборам, тем больше будет самой странной информации появляться в соцсетях и в информационном пространстве? Или все-таки нет? Ну, разумеется. Чем ближе к выборам, тем больше идет война компроматов. И 3-4 основных кандидата в президенты есть. Более-менее понятен компромат на каждого из них. И он будет активно вбрасываться в информационное пространство. Будут литься такие потоки грязи, что рядовые граждане просто запутаются во всей этой информации, и у них может возникнуть апатия, что тоже повышает шансы действующей власти. Когда у граждан апатия, когда понижается явка, то за счет бюджетников, за счет админресурса действующая власть может пытаться получить хоть какой-то процент. Спасибо, услышали вас. Николай Спиридонов, политический консультант, был с нами на телефонной связи. Действительно, очень многие эксперты у нас в студии отмечали, что эти президентские выборы будут самыми грязными, если сравнивать с предыдущими.
На самом деле, у нас президентские выборы всегда наиболее чистые, поэтому тут можно говорить только об каких-то относительно более грязных, относительно более чистые. То, что они будут более горячими, чем 2014 года, так 100%. Ну, именно те технологии, которые будут использовать те или иные кандидаты. Я скажу так, что, если честно, то наши местные выборы показывают гораздо более широкий спектр применения различных технологий по искривлению результата и даже элементарно срыва выборов, чем любые президентские. То есть на президентских выборах все-таки это более, знаете, такие джентльменские соревнования. То есть там не стараются не ввязываться прямо в откровенную чернуху, откровенные такие бандитские способы влияния на результаты. Поэтому те, кто прошли местные выборы, я думаю, что им опасаться какой-то сильной особой грязи на президентских выборах не стоит. Все будет относительно, относительно чисто, потому что, опять-таки, тут еще идет вопрос о том, что будут смотреть наши европейские и американские коллеги, партнеры, за тем, как это все будет происходить. И как бы там ни была какая политическая борьба, все-таки Украине необходимо будет продемонстрировать, что оно как, мы как государство, мы соблюдаем права всех субъектов избирательного процесса, что мы стараемся обеспечить участие каждого гражданина Украины, и таким образом вряд ли пойдут на такие откровенные вещи, которые противоречат законодательству. Поэтому все будут стараться играть такую, знаете, примерно приличную какую-то более-менее картину. Да, там политическая борьба, да, там все понятно, но выходить за рамки там откровенно закона, я думаю, что никто не рискнет. По крайней мере, на этих выборах. А вот на парламентских, да, вот там мы можем увидеть пышный цвет всех возможных технологий, и в том числе и, даже не удивлюсь, если будут срывы выборов на определенных участках, блокировка окружных избирательных комиссий, вынос документации, когда все члены комиссии будут разбегаться с документами. Я думаю, мы все это увидим. У нас парламентские выборы всегда гораздо горячее, нежели президентские. Поживем, увидим. Михаил, а вы согласны, что президентские выборы — это вот джентльменское соревнование? Знаете, президентские выборы не являются джентльменским соревнованием не только у нас, но даже в Соединенных Штатах Америки. Я уже не говорю про прошедшие выборы 2016 года в Соединенных Штатах Америки. Если даже вспомнить выборы в 1932 году, когда Рузвельт лихорадочно ездил по участкам и переживал, чтобы выборы не сфальсифицировали. Поэтому, это так. Я вам скажу, что вы задали вопрос моему коллеге, чем выборы будут отличаться и будут, точнее, выборы грязными, либо не будут грязными. Знаете, эти выборы будут отличаться следующим. Именно на этих выборах мы увидим распространение как раз вот информационных технологий, современных, дигитальных в избирательных кампаниях. Если до этого все-таки кампании и 2004 года, и 2010, и даже 2014 года все-таки были на экранах телевизоров, то эта кампания, это уже кампания совершенно нового качества, когда будут использованы все абсолютно современные технологии. Вы знаете, вот было опубликовано недавно исследование о частоте использования Фейсбуков и других носителей информации электронных обычными людьми. И уже научно доказано, что референтность этих источников достигает примерно раз в час-полтора. То есть фактически люди постоянно обращаются к дигитальным источникам для того, чтобы получить какую-то информацию. И этим будут пользоваться политтехнологи. И уже мы знаем вот эти информационные войны, кстати, на уровне локальном в Одессе. И вот теперь на уровне всей страны мы будем видеть вот эти информационные бадания, которые будут насыщать наш Facebook, насыщать все возможные мессенджеры, насыщать YouTube и так далее, и так далее. То есть этим выборы принципиально отличаются от того, что мы имели до этого. То есть перечень вот этих вот технологий, которые сейчас, черных технологий, находятся в арсенале у команд противоборствующих сторон, он значительно увеличился по сравнению с предыдущим избирательным циклом. Буквально на прошлой неделе у нас в студии была Оксана Романюк, исполнительный директор организации Института массовой информации, которая заявила о том, что на этих выборах политики будут делать ставку именно на социальные сети, в том числе на Facebook, телевидение немного отходит вот на второй план, потому что и уже сейчас мы видим
вот эту вот пропаганду, которая ведется в социальных сетях. Да, безусловно. И более того, мы видим сейчас объективную смену поколений, когда люди, которые традиционно считались таким старшим электоратом, вот, естественно, с течением времени, они уже начинают пользоваться мессенджерами, телефонами, интернетом. И поэтому, если раньше мы говорили, что современные технологии направлены на такую пассионарную часть общества, на таких молодых, активно, на молодой активный средний класс, то сейчас можно смело сказать, что эти компьютерные технологии направлены на достаточно широкий социальный пласт населения, а в условиях 4G и вообще дигитализации, которая у нас происходит, неудивительно, что компьютерные технологии постепенно начнут править бал и являться решающим полем битвы так же, как и за рубежом. Кстати, победа Трампа была обеспечена благодаря правильному использованию интернет-технологий, вот этих информационных волн компаний. Сейчас мы видим то же самое у нас, когда вот эти вот будут информационные волны сталкиваться и создаваться искусственный хаос. Для этого уже даже не нужно будет телевизор. То есть самые защищенные черные технологии будут как раз в интернете. Почему? Потому что юридическая ответственность за подобные технологии в интернете, она значительно ниже, чем при использовании на телевидении. И там можно использовать вообще беспардонные методы. Согласна, да. Кроме того, тут еще нужно понять, что есть, когда мы говорим о юридической ответственности, интернет — это более такое анонимное сообщество, да. И заказ может поступить от любого, даже не обязательно субъекта избирательного процесса. Любая организация, любой человек может со своего счета оплатить. Кстати, я хочу это себе. Понятно, что это будет играть против какого-то кандидата, и на самом деле мы уже сейчас видим на различных ресурсах рекламу, такую негативную, черный пиар против отдельных кандидатов. Узнаю, почему он там самый ужасный, там политики и так далее. Конечно же, объективно, что все это будет проходить. И да, конечно же, роль телевидения в формировании электоральных настроений, оно, конечно же, немного падает. И да, я абсолютно согласен, конечно же, уровень цифровых технологий, которые будут использоваться на президентских выборах, он будет самый высокий по с другими. Хотя бы потому, что президентские кампании самые дорогие. Там те же кандидаты должны будут каждый найти по 2,5 миллиона гривен только для того, чтобы занять свое место в предстартовом беге, просто на этой площадке. Поэтому и еще такой один нюанс по поводу того, кто будет, как будет, будут ли в 2 тура, будет ли в 1 тур, хотя понятно, что, скорее всего, 2 тура. Это можно будет говорить даже не когда начнется процедура регистрации кандидатов и когда она завершится. Но и более того, я бы призывал все-таки смотреть больше к дате, когда последний дедлайн по снятию своей кандидатуры и возвращению тебе денежного залога в эти 2,5 миллиона гривен. Потому что это будут идти торги, кто изначально подался, потом кто на каких условиях будет снимать свою кандидатуру. И вот когда уже мы увидим в конце всех, кто уже не снялся, вот тогда можно будет делать какие-то более четкие прогнозы и что-то добавить хотите? Да, очень коротко. Да, очень коротко. Я хотел бы добавить следующее. Вы знаете, сейчас в информационном поле очень часто можно слышать инсинуации на следующую тему. Момент номер один. В политику идут только богатые люди, только богатый человек может избраться президентом. И второй тезис. Президент Порошенко не использовал личные средства, использовал иные средства во время первого избирательного цикла. Я хотел бы парировать вот эти два тезиса, при том, что не являюсь членом ни партии БПП, никак не работаю с этой партией, даже на уровне места, напротив, работаю даже с другими политическими силами. Вопрос в другом. Вопрос в том, что когда мы говорим о президентских выборах и о кандидате в президенте, мы должны говорить о следующем. Он должен иметь качество лидера, качество политика, и недаром фандрейзинг, то есть возможность привлечения средств доноров, средств лояльных тебе сторонников, является очень важным в политической западной культуре. Если ты не можешь убедить свою референтную группу необходимости дать тебе соответствующий материальный ресурс на проведение кампании, как же можно говорить, что ты сможешь, будучи президентом, убедить партнеров, убеждать различные социальные группы и так далее. То есть здесь есть такой аспект. Поэтому, когда мы говорим о необходимости использования личных средств
в президентской кампании. Вот с этого момента как раз начинается и популизм, и поэтому тот же, например, Дональд Трамп не использовал личные средства не потому, что у него их нет, а потому что западная политическая культура как раз и говорит о том, что политик, достойный, адекватный политик, он должен собирать деньги у референтной группы, убеждать, что стоит профинансировать его избирательную кампанию. Мне кажется, многим кандидатам невыгодно, чтобы переносили выборы, поскольку это дополнительные расходы. Давайте подводить наши итоги. Напомню вопрос, когда должны состояться выборы президента Украины. Весной 2019 года, так считает 91% наших зрителей, летом 2019 9%. Вот такие вот итоги интерактива. Ну а далее смотрите мировые новости. Вот краткий анонс того, что вы услышите. В Генуе завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения автомобильного моста. Число жертв трагедии, по последним данным, составило 43 человека. Индонезийский остров Ломбок, пострадавший от двух разрушительных землетрясений, продолжают сотрясать авторшоки. Накануне сила одного из них была почти 7 баллов. Часть жителей острова вновь вернулась жить в палатке, опасаясь новых подземных толчков. И еще одна новость. Правительство Австралии объявило, что создаст фонд помощи фермерам в размере почти 183 миллионов долларов. Средства пойдут на поддержку районов на восточном побережье континента, которые страдают от сильнейшей засухи в новейшей истории Австралии, и другие сопутствующие потребности. Ну а гостями этого часа были Ярослав Католик и Михаил Кацин. Для вас работали Евгений Салтан и моя коллега Вера Корольченко. Оставайтесь на седьмом в 19:20. Не пропустите пост-шоу «Дорожные хроники» с Сергеем Бандером.